Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для поезда. Не знаю, как там точно название читается правильно, но оно еще длинное. Ну, я думаю, по картинке, ну где я нахожусь, вы поняли, какой это режим. Так, значит, смотрите, что нам нужно. Переходим по ссылке в описании на мой сайт. Далее, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits. И скачиваем любой предложенный чит. Либо старый, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, старый без ключ-системы. Сегодня в ролике будут показывать Splash. Далее, когда вы скачали чит, копируем название этого режима. Вставляем в поиск, нажимаем поиск. И на данный момент есть два скрипта. Возможно, в дальнейшем их будет больше. Также сегодня в ролике буду показывать второй по счету скрипт. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт. Далее заходим в настройки и смотрим обязательно, чтобы у вас была функция включена Fix Kick Error. Если у вас этой функции не будет включена, то вас кикнет с игры, ну, вероятность есть такая. И вы сможете в игру зайти только через час. Также ставим DLL от CoreNail, потому что в RDFS, насколько я знаю, там у них сейчас проблема, он плохо работает. Дальше что нам нужно? Нажимаем Inject и ждем, пока произойдет Inject. Если с первого раза не получилось, нажимаем еще раз. Так, вот тут какая-то ошибка вышла, но как видите, все, у меня получилось заинжектиться. Далее нажимаем кнопочку Exclude и вот появляется сам скрипт. Все отлично. Как видите, все получилось. Давайте вот первую функцию сразу же проверим, пока мы на спавне находимся. Это получается фарм монет. Не знаю, как это точно работает. Вот меня куда-то тпхает. Скорее всего, мне с ним сначала поговорить нужно. Так, куда-то тпхнуло. Что-то тпхает меня куда-то странно. Не могу я на том месте остаться. Давайте ресет сделаем. Короче, эта функция работает, но я до сих пор не понял, как она правильно работает. Нам, получается, нужно было сначала с кем-то поговорить, как я понимаю, и потом мы бы твехнули, скорее всего, вот где подарочек. И там бы мы получили тикеты. Ну, я думаю, понятно. Дальше. Player SP. Включаем. Как видите, игроки подсвечиваются и показывается их ник. Monster SP пока включать не будем, потому что эта функция работает только когда именно появляется поезд. То есть пока поезда нету, он у вас не покажется. Вот как видите, я сейчас нажал, и его нету. Нужно именно нажимать, когда мы будем в игре. Дальше телепорт спавн и телепорт к поезду. Ну, в принципе, тут все понятно. Сейчас нас перекинет в начало раунда и покажу оставшиеся функции. Так, и что в итоге? Меня не тпхнуло? А, нет, вроде тпхнуло. Надеюсь, что да. Так, тут написано low, это получается слабый самый получается поезд будет сейчас. Ну, это хорошо. Так, все, как видите, нас тпхнуло. Давайте сразу проверим instant press E. Это получается, мы включаем эту функцию, подбегаем к коробке, нажимаем E. И мы, короче, сразу ее лутаем. Вот здесь тикеты есть. Все, я успел. То есть я нажимаю кнопку E, и у меня сразу же моментально забирается лут с коробки, который там лежит. Я думаю, в принципе, прикольная функция. То есть моментально можем забирать все, что лежит в коробках. Далее. Anti-fall from train. Нажимаем и смотрим. Значит, смотрите, эта функция позволяет вам не умереть. Вот, кстати, поезд появился. Давайте нажмем SP Monster. Как видите, он подсветился. Так, значит, смотрите, что этот anti-fall делает. Если я сейчас прыгну, как видите, я не умираю. То есть, мне кажется, очень крутая функция. Я могу даже сюда прыгнуть и, как видите, не умираю. Могу к нему подбежать. Но если к нему подбегу, то я уже умру, потому что он дамажить может меня. Дальше. Infinity Stamina, короче, это получается бег, если не ошибаюсь, быстрый. Бесконечный быстрый бег. И последняя функция — это бесконечные патроны. Так, поезд убегает. Значит, давайте я вам покажу то, что сейчас у меня не бесконечное количество патронов. Как видите, они тратятся, идет перезарядка. И включаем
бесконечные патроны. И смотрим. И как видите, сейчас они бесконечные. А далее просто нацеливаемся, получается, на этот поезд и дамажим его. Желательно от него подальше убегать, на всякий случай. Потому что, как видите, он меня немножко сейчас все-таки задамажил. А мы можем сделать вот так вот, в принципе, сюда выпрыгнуть и отсюда его дамажить. Можем прицелиться, опять залазим сюда, чтобы он случайно нас не убил. Так, дайте пролезть. Все, мы почти его вынесли, чуть-чуть осталось. Пока здесь постоим, я думаю, успеем. Все, он убегает. Скорее всего, успеет убежать. То есть убежать. Походу, да. Давайте сейчас мы его дождемся, попробуем убить. И я вам покажу то, что это все-таки все работает. Вот, в конце раунда, получается, если мы выиграем, то нам начислят тикеты. Вроде бы как в большом количестве. Там, по-моему, даже умножение какое-то будет. Так, все, он заново бежит. Мы, кстати, его даже сдалека можем дамажить. Ну, если попадаем по нему. Как видите, иногда получается попасть, иногда нет. Но редко, когда попадаем. А, так, ну, по функциям, кстати, вроде бы все показал. А, да, по функциям показал. Ждем, короче, когда он прибежит. Возможно, он сейчас успел отрегениться. Ну, посмотрим. Долго, конечно, он там в этих кустах стоит. Или за горами, не знаю. Регенится, наверное. Так, а бочку мы толкать можем? Да. Как видите, я бочку вытолкал. Вместе с ней упал и не умер. А вот если кто-то из них сейчас попробует упасть, то они умрут. Так, все, он бежит. Уходим, значит, вот сюда. Спрыгиваем, все. И на этом расстоянии он нас достать не сможет. Да, он все-таки отрегенился. Ну, сейчас попробуем его убить, если получится. Так, опять спрыгиваем. И вот отсюда стреляем. Потому что он через поезд не сможет нас достать. То есть даже если мы будем стоять вот напротив него, вот так вот, он нас не сможет вообще никак задамажить. Ну, кстати, пол хп уже снесли, отлично. Еще чуть-чуть осталось. Но если помогать будут, то мы его быстро сейчас убьем. И, кстати, нас довольно много осталось выживших. Самое главное сейчас успеть его быстренько надамажить по максимуму. Чтоб он опять не успел убежать от регениться. Все, опять убегает. Ну, короче, я думаю, вы поняли смысл. А, нет, еще не убежал. Ну, давайте попробуем его убить. По идее, должно получиться. Чуть-чуть у него хп осталось. Все, он регениться пошел. Ну, я думаю, вы смысл поняли. Довольно крутой скрипт я для вас сегодня нашел. Кому понравился, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Эйзбан. Всем удачи и пока.